Феанор велел остановиться. Раны его были смертельные, я узнал, что час его близок. Но бросив последний взгляд со склона кафедры, он успел залить аудитор гряды, мощнейший из тюрьмы свидетелей. Я осознал в разгоне смерти, что я глядя на стаи монстров, силы сокрушительные. Но трижды прокованными орбитами я оставил сыновьям советами звонить клятву и отомстить за отца. Затем он умер, нет у него ни могилы, ни гробницы. Ибо столь пламенным был его дух, что едва внутри тела, тело Феанора стало золой и развеялось, как мы. Подобно ему, никогда больше не появлялась мать, а дух его не покидал чертогов Маруса. Так закончил жизнь величайший из нового, чьи дела принесли огромную славу и гильнейшую. Я тебя люблю.